Говорю вам здравствуйте, приветствуем вас в Грозном на стадионе имени Султана Белимханова. В последнем матче этого календарного года в рамках Мелбет первой лиги, идущая на втором месте Алания из Владикавказа и ныне, на данный момент времени, подвинутая в зону вылета Уфа. Как вы знаете, и Алания, и состав следующий, голкипер номер первый Ростислав Солдатенко, в центре обороны Алан Багаев. Совсем в последних турах не очень получается, Мазурин развернуться не дадут, Хабалов с лету, и это первый момент в этом матче. Ну, действительно, то есть ближе нельзя, дальше уже смысла нет. Ну что, смотрим. Что придумали, господа, давайте разбираться. Придумали вот такой удар Галаяна и добивание от стенки. Какое добивание Лекса Дадаев, 1-0. Вот, наверное, для этого стенка и располагалась, чтобы гарантированно подбор после штрафного организовать. И Дадаев развернулся, посмотрел, оценил ситуацию и моментально проиграл на правах аренды первый свой сезон, когда перебрался из Уфы. Внимание, Косинтура, удар! Плотненько, но высоковато в исполнении Эгоша Косинтуры. Для того, чтобы мяч загрузить, посмотрим. Евсеев, нет, удар! 1-1! Алексей Евсеев! Ничего себе! Слушай, я не знаю, что сегодня... Поглядывает в сторону штрафной, что-то тоже наверняка заготовленное. Подача, удар, 2-1! Нико Кьорка Бьяни! Причем непонятно, чем он там забил, если честно. По-моему, это не голова была, а то ли корпусом, то ли коленом. Ну, да поможет нам разобраться повтор, стандарты сегодня. На фоне всего остального, что с командой было, неплохая сейчас атака, заход! На месте здесь голкипер Уфы Чернов, по-моему, справляется с этим ударом. И еще будет момент. Удастся ли добить? Смотрим, и снова Чернов вытаскивает. И здесь уже положение вне игры. Вскакивает скамейка Алании, очень недовольна. Перехватил ее у тебя сейчас, Сереж, инициативу. Разные все вот три этих последних матча, которые заканчиваются для Уфы со счетом 1-2. Победа Алании 2-1. Прерывающая серию.